такой красивый тюрбан царицы, и вы покорите мужское сердце навсегда. Как вам тюрбан и корона на моей прекрасной голове? Посмотрите, как я красива. А для чего нужно тепло? Все прогреться должно на ваших волосах, питаться. Это не обязательно делать, ведь очень часто. Говорю, достаточно вот моем приобрести масочку, масло и все. Даже без шампуня. Все. А, я хочу сказать еще, что это масло я втираю в ноготочки. И можно втирать в реснички, в бровки. Почему можно на тело? Это не настолько улучшает рост, прямо что у вас, знаете, какие-то там травы, что у вас вдруг вырастут волосы везде. Вообще такие масла опасно брать, которые говорят, что только на голову, вдруг у вас попадет на лоб, и лоб будет волосатый. Или нос, не дай бог. Ладно, это шутка.